Итак, друзья, всем привет, с вами Паха и канал Games Videos Russia. На сегодня у нас будет обзор магазина sumpsell.ru. В общем-то, давайте пробежимся по сайту. Здесь у нас главное, это главная страница сайта, контакты, где вы сможете связаться с продавцами, помощь, как совершать покупки в магазине в этом, и во вкладочка ВКонтакте. Ну, это группа ВКонтакте магазина. Что ж, друзья, далее, в аккаунтах мы видим вот такие вот подписи. Проект. Здесь подписан проект аккаунта, на котором зарегистрирован аккаунт. В общем-то, здесь только сам РП, но в скором времени я думаю, что будет и Diamond РП, и Advanced РП и так далее и тому подобное. Что ж, теперь сервер 13, 3, 11, 8. Ну, то есть сам РП 13 сервер, 3, 11, 8. Ну, вы поняли. Левел. Первый левел, 19, 1, 1. Скин 1000, но это, я так думаю, скин за 1000. Здесь дорогой, за 1000. Надеюсь, я все правильно понял. В общем-то, деньги. Здесь 11 миллионов 600 тысяч вирт, здесь нет. 1 600 5 770. Фракция. Не состоит. Вагас, 8 ранг, ребята. Регистрационные данные везде есть, ребята. Скиллы здесь нету, здесь есть, здесь нету, здесь нету. Почта, конечно же, отвязана. Почта обычно отвязывается для того, чтобы, ну, прежний владелец не смог никак восстановить аккаунт. Потому что если почта привязана, то он сможет восстановить. А тут отвязано, ребята. И вы сможете привязать свою. Здесь у нас цены. И давайте покажу вам, как осуществляется покупка. Например, хочу купить, ну, давайте... Подешевле, вот этот вот, за 230, ребят, вот этот, сам РП. 11 сервер, первый левел, 1 600 000 на руках. Регистрационные данные есть, нигде не состоит, скиллов нет, почта отвязана. Нажимаем вот сюда, 230 рублей. Вводим свою почту, ну, например, ГВР, 777 ГВР, в общем, mail.ru, например, или gmail, там, .com. Яндекс.ру, что у вас? Я для примера ввел несуществующий, такого нету. Что ж, продолжить, ребята, жмем. Здесь у нас сама покупка. Можно через кредитную карту, можно через WebMoney, Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги, Единый кошелек, Евросеть, Деньги Майл, терминалы России, Украины, Грузии, Молдовы, Почта России, отделение Сбербанка. В общем-то, давайте вы там сами выберете, что вам нужно. Я думаю, все, как нормальные люди, пользуются WebMoney. Есть, конечно, еще люди с Kiwi кошельком, с Яндекс.Деньгами. Ну, в общем, кто чем пользуется. Лично я предпочитаю WebMoney. Ну что ж, сейчас выбирать ничего не буду, пускай это будут кредитные карты. Жмете «Продолжить». Здесь вводите номер карты, действительно, бла-бла-бла, код, оплатить. И, в общем-то, вам приходит после этого, вам приходят все данные от аккаунта, друзья. Вот так вот. Что ж, мы вернулись на сайт. Что ж, давайте посмотрим, что еще есть. Здесь еще есть вкладочка «Верты». Это уже интересно, друзья. Здесь уже есть и «Адванс», и сам РП. Что ж, есть на продаже «Верты» на сервере advancerp.ru. Ну, на «Адвансе», ребята, сервер белый. «Вертов» 12 миллионов, друзья. Можно их приобрести, можно также на сам РП верты приобрести. 11 миллионов, 1 600 тысяч, 5 миллионов. В общем-то, друзья, все просто. Я думаю, вы сами разберетесь, вы же не глупые. Тут покупка по той же схеме, точно так же. Сколько берете, кстати, здесь есть выбор даже. Да, ребята. Здесь можно, ну, например, на Адвансе, на белом сервере вы играете, хотите купить, но у вас... К сожалению, не хватает на все 12 миллионов вирт. Вы выбираете сумму, например, там, не знаю, тысяч, не, это сильно. Ну, давайте, например, давайте полмиллиона. И всего, ребята, будет 150 рублей. Что ж, друзья, это очень выгодно. Очень даже выгодно. Все очень легко. На сам РП точно так же, друзья. Что ж, дальше идем во вкладочку «Реклама». Тут можно приобрести ссылку здесь. Здесь у вас будет ссылочка висеть. Стоимость 3 рубля. Поскольку, как вы видите, посещаемость сайта достаточно хорошая, даже неплохая, я бы сказал. Я думаю, тоже будет весьма выгодным. Кстати, аттестация WebMoney есть, так что не переживайте. Вас не кинут ни на Е, вы сами поняли.
В общем-то, друзья, все как надо, все классно. Вот ВКонтакте зашел, на этой странице вы можете посмотреть список контактов для связи с нами. Группа ВКонтакте, страница ВКонтакте и Skype. Можете, кстати, отзыв оставить. Помощь, тут можете посмотреть, как совершить покупку, ну и группа ВКонтакте. Ну что ж, на этом, я думаю, буду заканчивать, поскольку все я вам показал. Переходите в этот магазин, ссылочка в описании. Сам здесь прикупил пару вертов себе. Правда, не скажу куда, не на желтый и никуда, в общем-то. Ну, вам лучше этого не знать, ребята. Все, всем пока, с вами был Паха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Но обязательно заходите на sampsl.ru. Реально, ребят, очень выгодно и классно. Всем пока.